Раз, раз. Друзья, всем добрый вечер. Спасибо большое за то, что мы с вами немножечко подождали. Чуть-чуть позже начинаем, но зато мы дождались нашего прекрасного спикера. И, как всегда, очень приятно, что среди вас есть и новые лица, и уже знакомые нам постоянные зрители. Так, меня зовут Анастасия. Я один из организаторов этого проекта «Медтехлекторий», и сейчас я вам расскажу, где мы вообще с вами находимся. Поднимите, пожалуйста, руки, кто у нас в первый раз здесь. Супер, добро пожаловать. Мы надеемся, конечно, что чаще будете здесь уже появляться, будете приходить на следующие лекции. А сейчас скажите, кто подписан на соцсети «Медтеха»? Спасибо. Очень тоже приятно и отрадно вас видеть. Так, значит, рассказываю. Немножечко небольшое отступление сделаю. Я услышала сейчас, что были вопросы к изображению, к заставкам нашим. Хочу сразу сказать, что у «Медтехлектория» есть такой формат, который изначально был утвержден, концепция такая, которой мы придерживаемся, что абсолютно все изображения, которые мы используем на наших обложках, сгенерированы нейросетью. То есть мы их практически не правим, и мы это не скрываем. Это изначально наш концепт. Плюс есть у нас мышонок такой, его зовут Альби. Вы его увидите на самом последнем слайде. Он у нас маскот проекта, и он тоже был полностью сгенерирован нейросетью. Ну и сейчас, такое, после такого отступления, чтобы было поменьше дебатов о том, насколько корректное или некорректное здесь изображение, расскажу про медтех. Медтех — это абсолютно уникальное место, которое было создано 2 года назад для того, чтобы медицинские инновационные разработки быстрее внедрялись в клиническую практику. Вот. Медтех за это время стал бессменным местом встречи для ученых, разработчиков, основателей стартапов, инвесторов и всех людей, которым интересно разбираться в науке, таких людей, как мы с вами. И, собственно, здесь только сегодня проходило очень большое масштабное мероприятие, где были очень большие важные люди для всей Российской Федерации. А вот сейчас мы с вами здесь сидим и будем в такой очень приятной обстановке обсуждать биофотонику, перспективы, возможности с нашим прекрасным спикером. Спикера сейчас представит мой коллега Роман, а также расскажет про других информационных партнеров, благодаря которым существует наш проект. Да, спасибо большое. Всем привет. Да, меня уже представили. Ну, поднимите руку, кто первый раз в нашем лектории. А? Большая часть. Это очень хорошо. Мы привыкли, что у нас довольно активная, постоянная аудитория. Вот, и надеемся, что вы станете также постоянной аудиторией, присоединитесь к ней. Я представляю курилку Кутенберга. Это до 2020 года, до пандемии, то есть самый крупный лекторий в стране. Теперь мы поменьше, но постепенно возрождаемся к былому величию. Вот. Мы за 10 лет, уже с 2014 года существует, где-то около 1000 мероприятий научно-популярных провели, все бесплатно, так же, как и это. Любой желающий может прийти, послушать что-то новое для себя. Кроме нас и, конечно же, Медтеха, который предоставил нам эту площадку и, в принципе, является генеральным, так скажем, лицом и партнером этого лектория, поэтому он так и называется, Медтехлекторий. Кроме него, организатором является благотворительный фонд «Глобальный альянс содействия». Это также коллеги от, вместе с этим фондом реализуют различные проекты, запускают стартапы в области медицины. Образовач и N+1. Поднимите руку, кто про них никогда не слышал, если есть такие. О, неужели? Серьезно? Очень советую подписаться и посмотреть. Это, наверное, самое крутое издание о науке в России. Очень качественные тексты, очень крутые авторы. Потому что не автор, это не просто редактор какой-нибудь, а это кандидат или доктор наук. Так что крайне рекомендую. Очень проверенная информация. И еще один наш партнер, вернее, на самом деле их два. Alpine Nonfiction 1. Это партнер, я думаю, все его знают. Поднимите руку, кто не знает, что такое Alpine Nonfiction.
Серьезно. Это, наверное, самое крутое издание в России, которое издает научно-популярную литературу, в принципе, нон-фикшн. Вот. Этот наш партнер, кроме того, что он является просто крутым, предоставляет нам книжки, которые мы вам дарим за самые лучшие вопросы. То есть это на сегодня у нас будет книга «Тестостерон, гормон, который разделяет и властвует». Дальше «Мятежная клетка», «Рак, эволюция и новая наука о жизни». И третья книга – это «Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз». Вот эти три книжки получат, собственно, три человека за самые интересные вопросы. Еще одним нашим партнером, благодаря которому наше мероприятие собирает довольно большое количество просмотров в сети, является социальная сеть ВКонтакте. Вот. И в данный момент наше мероприятие транслируется в ВК-видео вот благодаря камере, которая там стоит. Так что нас на самом деле гораздо больше, вот, чем в данный момент присутствует в зале. Собственно, я представил вам всех наших партнеров, а теперь представлю нашего сегодняшнего спикера. Сегодня с лекцией у нас выступит Евгений Ширшин, доктор физико-математических наук, доцент кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ. Давайте его поприветствуем. Так, да, добрый вечер. Большое спасибо всем пришедшим. Вот Роман спросил, да, там, кто пришел первый раз, главное, чтобы не последнее, считаю. Вот. А во-вторых, да, то есть я сгенерировал свою презентацию нейросетью тоже. И сегодня расскажу про биофотонику, то есть про то, как можно использовать свет для того, чтобы что-то узнать про живые системы, но в контексте именно медицины. То есть как можно с помощью света сделать для медицины что-то полезное. Соответственно, сначала я хотел сказать пару слов о том, откуда вообще у нас в лаборатории появилась страсть к биофотонике. Так вышло, что, как вот представил Роман, я сам с кафедры квантовой электроники, то есть у нас исторически все занимались лазерами, то есть за лазеры дали Нобелевскую премию в 60-х годах, и, собственно, весь пик развития лазерной физики, нелинейной оптики, он, можно сказать, пришелся на там, 60-е, 70-е годы. Соответственно, в нашей лаборатории, которая берет свои там, истоки с 70-го года примерно, было открыто явление спонтанного параметрического рассеяния, то есть это такой фундаментальный эффект, когда фотон, то есть фотон-то то, из чего состоит свет, элементарная как бы, частица, которая переносит энергию, фотон падает на кристалл некоторый и распадается на два. Вот за счет этого эффекта можно получить квантово-связанные состояния, которые используются для квантовой криптографии. То есть это вот открытие, которое было сделано в лаборатории, после чего нужно было выбирать дальнейшее направление исследований. И как вы вот видите, здесь картинка, где люди ну, вот где-то в южных странах. В чем идея? Что поскольку сделали лазеры, появилась направление, связанное с зондированием океана, зондированием окружающей среды. Логика была в том, что люди хотели ездить, ну, то есть Советский Союз, 80-е годы, в экспедиции на кораблях в Новую Зеландию, в Южную Америку. Вот. И, собственно, мой научный руководитель, который здесь в центре представлен, он вот это направление стал развивать и, в принципе, там, объездил весь мир, и не только он, а те, кто там, был на кафедре нашей вокруг. Вот, собственно, и в какой-то момент пришел в лабораторию я, в тот момент, собственно, что у нас было, да, то есть у нас был задел в области лазерной спектроскопии очень большой, то есть есть довольно сильная школа вообще в целом в России по оптике, по лазерной спектроскопии, то есть по применению методов оптической диагностики для чего угодно. Это могут быть какие-нибудь ядерные материалы, не знаю, диагностика плазмы, диагностика почвы, чего угодно. И вот эта школа, она была исторически сильная. Так оказалось, что вот эти же методы диагностики оптические, которые применяются для чего угодно, их можно применить и в медицине. Соответственно, здесь на слайде я привел картинку, на которой схематически изображено вообще, что делается с помощью оптики в медицине. То есть я как раз сегодня подробно расскажу про самые такие, вот, ну, на мой взгляд, интересные применения. Но в целом понятно, что много что делается в офтальмологии, стоматологии, есть даже воздействие на организм с помощью света, есть лазерная хирургия, когда с помощью света режут ткани или дробят камни в почках. То есть в целом набор того, что можно сделать с помощью света с организмом, он достаточно велик этих действий, которые вы можете совершить. Мы это вот сегодня подробно все обсудим.
есть как бы некоторые ограничения. Ограничения на самом деле два. То есть первое ограничение, оно связано с глубиной проникновения света в организм. То есть как вы знаете, что свет может пройти сквозь палец, вот если вы фонариком от телефона, да, посветите на палец, то увидите, что часть света выйдет, она пройдет насквозь, но тело насквозь не просветите. То есть здесь мы как бы проигрываем КТ, МРТ, вот стандартным методом, который стоит в клинике. Но в целом это не проблема. Ну то есть, собственно, посмотрим, почему. То есть очень много задач практических можно решить как бы без просвечивания тела, то есть вот диагностируя только поверхностные слои ткани. Это первое ограничение. А второе ограничение связано с тем, что, наверное, сейчас ни одна статья, как хорошая биохимическая, биофизическая, не обходится без оптических изображений с помощью оптической микроскопии. А связано это с тем, что сейчас развивается, ну, в общем, наверное, сейчас век, да, искусственного интеллекта и биотехнологий. Соответственно, на самом деле вы можете сделать молекулу, которая будет комплементарна любой молекуле в организме. То есть если у вас есть какой-то белок, допустим, на поверхности раковой клетки, то вы можете синтезировать ответную молекулу, которая найдет вот этот белок на поверхности раковой клетки. И если эта молекула окрашена, то есть она несет оптическую метку, вы можете эту раковую клетку подсветить. То есть теоретически у вас есть инструментарий для того, чтобы любые молекулы в организме подсветить и увидеть их с помощью оптики и визуализировать. Это применяется активно, то есть вот снизу там картинки за так называемые флуоресцентные белки, Нобелевскую премию дали в 2008 году, то есть можно генетически кодировать метку в организме, и у вас на протяжении всей жизни, да, будет синтезироваться белок, который будет подсвечивать, ну, вот определенные структуры какие-то, да, в организме. Это прекрасно работает, за это, вот еще раз повторюсь, дали Нобелевскую премию, и в теории, да, то есть вы можете сделать метку на что угодно в организме, на единичные молекулы, можете сделать на какой-то определенный фермент, то есть смотреть, как у вас лечат какую-нибудь болезнь, какие молекулы у вас синтезируются. Но проблема заключается в том, что все это работает на животных, а на людях вы генетически кодируемую метку использовать не можете, ну, по этическим соображениям. И, соответственно, вообще в целом направление вот супермощное, связанное с созданием меток, которые можно вводить в организм, на человеке его практически не применяют. Просто потому, что для того, чтобы вам любое лекарство, любую метку сертифицировать, для того, чтобы на человеке использовать, ну, это занимает какие-то огромные времена, то есть это годы, пятилетия. Вот. А обычно всегда хочется все сделать быстрее, то есть хочется прийти в клинику прямо сейчас и начать мерить сегодня. Вот. И поэтому вы должны обычно работать с тем, что в организме уже есть. Соответственно, как вообще… Каков принцип работы оптики с молекулами? Идея заключается в том, что у любой молекулы есть уровни энергии, то есть как бы некие частоты, некие длины волн. Да, то есть, ну, поскольку вот я не знаю, насколько аудитория в курсе вот того, что такое там длина волн и энергия света, фотона, то есть я кратко про это скажу, наверное. То есть идея в чем, что вот видимый свет, да, то есть который мы глазом видим синий, и от синий, зеленый, красный, это длина волн 400-700 нанометров, то есть по сути, они отличаются энергией, да, то есть это свет с разной энергией. Вот. И, соответственно, оказывается, что у молекул переходы, вот эти энергетические уровни, характерные энергии, которые они могут поглощать, они лежат вот в этом оптическом диапазоне. И что получается? Что когда вот есть молекула, она тут схематически нарисована, как-то в центре она трясется как-то, вот, и в зависимости от того, какая геометрия у молекулы, какая у нее структура, меняются вот эти электронные уровни. Соответственно, вы можете измерять оптический сигнал, и по измерению оптического сигнала, во-первых, выловить сигнал от определенных молекул, то есть как бы их поймать, задетектировать с одной стороны, а с другой стороны понять, что с ними что-то произошло. Это, собственно, наверное, основной принцип. То есть оптика — это некий определенный диапазон частот. Этот диапазон частот, он либо характерен для электронных переходов молекул, либо для колебаний молекул. И измеряя оптический отклик, вы можете понять, какая перед вами молекула и что с ней произошло. Классический пример здесь — это молекула гемоглобина, которая находится у вас в крови. То есть идея в том, что в крови есть клетки эритроциты, которые переносят кислород. Почему они переносят кислород? Потому что есть гемоглобин, который содержится в эритроцитах, и он связывает молекулу кислорода, вот как вот на слайде снизу нарисовано. Да? То есть гемоглобин связывает кислород. А гемоглобин красный и кровь красная. Почему? Потому что синий и зеленый свет он поглощает. То есть, соответственно, если у вас что-то поглощает синий и зеленый, на просвет получается красный. То есть гемоглобин — это красная окрашенная молекула. И, соответственно, если померить ее спектр, то есть какие частоты он поглощает, вот мы увидим, как на графике справа, да, что
у нас поглощаются сине-зеленые частоты. Соответственно, значит, вы можете его померить, он окрашен. А с другой стороны, оказывается, что в зависимости от того, гемоглобин связал кислород или нет, у него тоже меняется спектр. То есть здесь мы вот возвращаемся к этой концепции, что структура молекулы определяет ее свойства оптические, в данном случае цвет. И известно, что вот артериальная кровь она более красная, венозная более синяя. Почему? Потому что в артериальной крови больше кислорода, соответственно, цвет более красный, а при отсоединении кислорода для дезоксигемоглобина спектр сдвигается. И что у нас получается? Да, то есть у нас есть молекула гемоглобин, и она меняет свой цвет в зависимости от того, она кислород носит или нет. И что мы можем с этим сделать? Сейчас мы узнаем, что мы можем сделать. Так. У меня вот почему-то перестал мотать пульт. Да вот пробую. О, идеально. Вот, смотрите, что происходит. У нас сердце прокачивает кровь по сосудам. Соответственно, ритмически изменяется объем крови в наших капиллярах, венах, артериях, то есть за счет того, что сердце ритмически выбрасывает кровь. Соответственно, когда мы измеряем сигнал, то есть мы измеряем модуляцию концентрации гемоглобина за счет пульсовой волны. Как это происходит? Вот у вас есть часы, которые измеряют пульс. Как они работают? Собственно, часы, фитнес-трекеры светят, допустим, зеленым. Как мы с вами обсудили, зеленый свет гемоглобин поглощает. Теперь представим, что мы измеряем отраженный сигнал. И когда вот сердце пульсирует, у нас увеличивается объем крови в сосудах, соответственно, поглощается больше, и у нас провал в отраженном сигнале получается. Если крови меньше, то пик. И, соответственно, мы вот таким образом прописываем пульсовую волну по тому, как гемоглобин проходит через сосуды. Соответственно, на этом основано измерение пульса. Что еще мы можем сделать? Поскольку цвет крови отличается для оксигенированной и деоксигенированной, когда он связан и не связан с кислородом, то мы на этой основе можем сделать прибор, который называется пульсоксиметр. То есть что такое пульсоксиметр? Наверное, многие сталкивались. Опять же, тогда, когда был ковид, да, то есть тоже люди покупали себе на дом, такое устройство, которое надевается на палец, как прищепка, да, оно работает. И, соответственно, там принцип тот же самый. Мы измеряем ту же самую пульсовую волну, только мы одну длину волны ставим в полосу поглощения оксигенированного гемоглобина, другую – деоксигенированного. Соответственно, вот по этой разнице мы высчитываем концентрацию кислорода, то есть сколько кислорода, по сути, связалось с гемоглобином. И это очень важный параметр, потому что, как мы обсудили, кровь разносит кислород, который там, поглощается в легких, по всему организму, в том числе в мозг. И, соответственно, всегда очень важно понять, что ткань насыщена кислородом, потому что если кислород не поступает, то ткань отмирает. То есть это может быть и с мозгом, это может быть при операциях, допустим, на каком-то органе, то есть во время операции повредили сосуды, не знаю, ткань кишечника не насыщалась кислородом, и возникает некроз ткани. То есть, соответственно, вам всегда нужно знать насыщенность ткани кислородом, и технология, связанная с измерением оксигенации, крайне важна для медицины и работает на принципах оптики. Соответственно, пульсоксиметр – простой пример. Но пульсоксиметр на самом деле можно сделать разным. То есть вот здесь есть картинка, когда на голову надевают такой, как шлем, ставят на него датчики и, соответственно, картируют оксигенацию в поверхностных отделах мозга. Соответственно, если человек решает какие-то задачи, какую-то когнитивную деятельность выполняет, то, соответственно, мы можем картировать, какие участки мозга задействованы, и отследить за, допустим, нарушениями этих когнитивных функций. То есть такая вот технология, как пульсоксиметрия, ее можно реализовать не только в варианте прищепки на палец, но и в варианте картирования оксигенации в мозге. Ну и, соответственно, дальше у вас все ограничено в вашей фантазии. То есть, например, по пульсовой волне, ее параметрам, есть устройства, которые измеряют давление безманжетно. То есть то, что используется вот в стандартном тонометре, да, когда там сжимается рука, делается окклюзия, то есть у вас пережимаются сосуды, потом отпускается и смотрится давление. То есть то же самое можно делать безманжетно по пульсовой волне. Вообще технология пульсоксиметрии появилась весьма давно. Вот, соответственно, вот здесь картинка 1937 года, когда, ну, собственно, через палец там, да, просвечивали светом и с помощью осциллографа детектировали сигнал пульсовой волны. Тогда же уже было понятно, что в этой пульсовой волне содержится информация о дыхании. То есть у вас есть медленная модуляция, то есть у вас есть быстрая с частотой раз в секунду, да, примерно вот сердечное сокращение, и есть
такая длительная модуляция, связанная с дыханием. Это было понятно еще в 1937 году. Потом заметьте, да, что вот тут приведено количество статей от года, которые посвящены методу фотоплетизмографии, ну, это, по сути, измерение пульсовой волны. То есть сейчас там этому посвящено в год там, 1000 статей выходит на данную тему. Но в целом все это было понятно в 1937 году. И одна из мотиваций была в том, что люди стали подниматься на самолетах высоко в небо. Да, там, собственно, возникала гипоксия, то есть то, что был недостаток кислорода, из-за этого человек, этот летчик мог терять сознание, ну и, собственно, нужно было разработать технологию для того, чтобы оксигенацию измерять. Вот, собственно, появилась пульсоксиметрия в том варианте, в принципе, почти, который мы сейчас знаем. А что сейчас изменилось принципиально? Ну, изменилась измерительная техника. То есть это позволило это делать в носимых устройствах, в браслетах. И вот, ну, наверное, такое самое продвинутое применение пульсоксиметрии — это функциональная инфракрасная спектроскопия. По сути, та же самая пульсоксиметрия, только не из точки измеряется, а вот с помощью таких датчиков картируется. И здесь показано, что вот в динамике, как меняется оксигенация, то есть красным это больше кислорода, синим это меньше кислорода, а оксигенация в доле мозга. И, соответственно, справа показано, что когда человеку дают решать задачи, там более сложные или менее сложные, вот столбик справа — это то, что измеряется с помощью МРТ, но понятно, что МРТ нельзя носить на себе. То есть вы не можете заставлять человека там бегать или, не знаю, там спортом заниматься и смотреть, как у него, или выполнять какую-то деятельность и смотреть активность мозга с помощью МРТ. Но вы это можете делать с помощью инфракрасной спектроскопии, вот такого носимого шлема. Ну и вот во многих задачах там нейронаука это применяется. То есть в целом это, по сути, та же оксиметрия, но вот в варианте томографии. И как мы видим, да, то есть развитие техники позволило оптические датчики засунуть в носимое устройство. Про пульсоксиметр и про фитнес-трекеры вы и так все знали, предположу, до этого. Но рынок носимых устройств на основе биофотоники, то есть на основе оптических методов, он, ну, весьма активно развивается. То есть я здесь вставил несколько таких характерных примеров. То есть, возможно, вы слышали про вот кольцо, да, которое контролирует качество сна, там Oura Ring, да, такое. В чем идея? Там, вот, как видите, тоже светится красный, там, зеленый диод. Здесь все относительно просто. То есть, во-первых, на пальце с кольцом удобно спать, да, и вы измеряете то же самое. То есть пульсоксиметрия, вы измеряете насыщенность кислородом, вы измеряете вариабельность сердечного ритма. То есть, по сути, это просто анализ пульсовой волны. Плюс вы измеряете дыхательные фазы. То есть, поскольку в вот том, как в этой пульсовой волне содержится информация о частоте дыхания, вы также ее можете использовать для того, чтобы оценить качество сна. То есть, но в целом, чисто технологически, это то же самое, что в 1937 году. То есть это свет проходит сквозь ткань, измеряется поглощение оксидизоксигемоглобина, и, в общем, все понятно. Снизу более такая тонкая штука. Как вот мы потом посмотрим, есть такая вот задача, знаете, как вот там термоядерный синтез управляемый сделать, такая же есть задача неинвазивно померить глюкозу. То есть все очень хотят сделать неинвазивный анализ глюкозы, чтобы заменить глюкометр, где нужно прокалывать палец. Вот, соответственно, это было бы нужно для людей с метаболическими нарушениями, с диабетом, то есть неинвазивно измерять через кожу глюкозу. Очень много кто занимается, то есть постоянно все заявляют, что скоро это будет. Вот тоже там будет у меня пару слайдов на эту тему. То есть там и Apple этим занимается, и Google. До сих пор такого датчика нет, который с клинической точностью может глюкозу померить. Но вот, тем не менее, там, вот, допустим, израильский стартап, который заявляет, что по оптическим спектрам может измерять концентрацию глюкозы в крови. Ну вот, как бы, тоже пример такого носимого устройства. А справа это устройство, которое позволяет измерять неинвазивно гемоглобин. То есть, опять же, тоже чуть попозже покажу. То есть есть задача с тем, чтобы измерять людей, у которых недостаток железа, недостаток гемоглобина, у них анемия. Из-за этого возникает анемия, это, собственно, недостаток гемоглобина в организме, и из-за него может возникать головокружение, разные там критические состояния, и в целом вам нужно это делать мониторинг гемоглобина. Вот есть устройство на основе оптики, которое позволяет измерять концентрацию гемоглобина. И тренд такой, что все фирмы, которые, ну, в общем, все производители смартфонов, в первую очередь, во вторую очередь, это просто умных часов. Естественно, они пытаются нарастить количество датчиков. То есть идет некоторая гонка за тем, какие функции вы вложите в эти умные часы. То есть, например, Samsung в последнюю версию часов вставил измерение так называемых конечных продуктов гликирования. То есть что это такое? При диабете за счет того, что повышена концентрация глюкозы, глюкоза может образовывать комплексы с белками в организме, и они накапливаются. И, собственно, там одна из направлений в исследовании
старения организма. Одна из теорий, она связана с накоплением неразрушаемых продуктов ликирования. Оказывается, что эти продукты можно мерить, посветив на ткань и измерив вот сигнал флуоресценции, то есть как флуоресцирует, светится ваша молекула. И, соответственно, Samsung такой датчик встроил в свои часы. Что он позволяет? Он измеряет биологический, грубо говоря, возраст по количеству вот этих вот неразрушаемых продуктов ликирования. Это вот один из примеров. А справа это пример тоже статьи, которая вот выпущена Samsung. Тут каждый цвет — это на самом деле своя длина волны. То есть если вот в Oura Ring, да, то, что до этого мы видели там два цвета, то здесь их цветов ну, там буквально 10. То есть люди пытаются вставить как можно больше датчиков, чтобы извлечь как можно больше информации с помощью оптики о физиологических процессах в организме. И, соответственно, я упомянул про гемоглобин, который нужно мерить неинвазивно. Про этот проект как бы, я хотел бы рассказать чуть-чуть, может быть, подробнее, потому что, собственно, вот у нашей группы был проект с Медтехом, то есть где мы находимся, Центр инновационных технологий здравоохранения. И мы на базе 67-й клинической больницы проводили испытания методики. То есть что мы хотели сделать? Мы хотели сделать устройство, которое с помощью оптики может измерять концентрацию гемоглобина в крови неинвазивно с клинической точностью. Вот зачем это нужно делать, я в двух словах до этого сказал, но на самом деле целевая группа – это во многом беременные, потому что у беременных там чуть ли не у 40% возникает анемия, то есть пониженная концентрация гемоглобина в крови, им нужно ходить сдавать кровь, там, получать железо дополнительно. Почему? Да, потому что там есть, как бы нужно больше кислорода для того, чтобы была оксигенация не только там, у женщин, но и у ребенка. Соответственно, понижение гемоглобина – это критически там, важно. И было бы классно, если бы не нужно было никуда ходить, дома с помощью прибора можно было бы это измерять. Этой тематикой много кто занимается в мире. То есть на самом деле изначально мы столкнулись с тем, что вот в Nature Communications была статья в 2018 году, где было сказано, что вроде бы как по фото изображению ногтевых пластин можно измерять гемоглобин. То есть вот здесь концентрация на графике снизу, да, приведена. Это измеренные с помощью оптического метода, а снизу это вот референсный метод с отбором венозной крови. И они вроде как неплохо сходятся. Вот, соответственно, вот эта вот статья, честно говоря, породила целый поток других статей в литературе, потому что это очень привлекательно. То есть если вы можете с помощью смартфона определить по цвету концентрацию гемоглобина, ну это же супер. То есть, соответственно, вышло приложение для там, айфона, где там, вы делаете фото и платите доллары, за этот доллар вам, соответственно, анализ гемоглобина проходит по фото. Но, честно сказать, независимые исследования показывают, что так хорошо это все не работает. Вот другой пример, когда пытались померить, ну, то есть, собственно, конъюнктива глаза, да, то есть видите, тут сосуды на поверхности, опять же, по цвету вы в теории можете померить гемоглобин. И тоже к вопросу о том, что крупные игроки этим тоже занимаются, вот Google Health, допустим, они для других целей немного визуализируют сосуды в глазу, но одна из задач, которую они решают, это, собственно, определение гемоглобина по изображению глазного дна. То есть здесь ни много ни мало 10 тысяч пациентов, и точность, которая достигнута, 10 грамм на литр. То есть на самом деле клиническая точность 5 грамм на литр. То есть даже вот такая выборка с помощью такой технологии, она не решает задачу клинического анализа гемоглобина, но очень много кто над этим работает. Вот. А есть еще, допустим, тоже хороший пример из вот области биофотоники, носимых устройств. Очень много есть рекламного характера материалов, которые говорят, что вот часы измеряют давление, часы измеряют глюкозу. И, собственно, есть даже приборы, которые вроде как по форме пульсовой волны определяют концентрацию гемоглобина в крови. Эти приборы сертифицированы. Есть такой американский орган FDA, который дает сертификацию вот на медицинские изделия. И, соответственно, заявляется, что данный прибор вот тоже в форм-факторе пульсоксиметра измеряет гемоглобин с клинической точностью. Вот. И всегда появляются после этого вот эти вот злобные независимые исследования, которые показывают, что на самом деле нет. То есть вот реально вот синий – это то, как оно должно работать, да, вот эта полоса, доверительный интервал, а реально разброс вот такой, как приведен на графике. То есть несмотря на то, что устройство клиническое, вообще компания Massimo, она, вот, которая это производит, она является лидером рынка, но они изначально заточены под реанимацию. То есть они ставят свои приборы в реанимации, то есть когда при потере крови, при хирургии, вот, мы должны это детектировать. Вот. Но даже они, да, то есть как бы у них FDA и сертификация, они не дают результат с клинической точностью. Вот. Ну и, собственно,
Опять же, я вот сейчас не очень осязаю, насколько там мы глубоко можем пойти вот в оптическую спектроскопию, но, наверное, не очень. И поэтому просто вот я скажу, что, соответственно, вот на базе клинической больницы 67-й мы собрали установку, в которой, ну вот что мы делали? Мы измеряли всеми возможными оптическими методами руки. Вот, то есть, соответственно, мы применяли... Вот, измеряли фото, измеряли плетизмографию, а из новенького, того, что до нас никто не делал, то есть мы вот использовали так называемый пространственно структурированный свет, то есть когда вот такую решетку как бы проецируете на ткань, и оказывается, что вот анализ того, как отражается свет при разном расстоянии между этими полосками, он позволяет количественно извлечь показатели про поглощение ткани. Вот, соответственно, точность, которая у нас получилась, она, в общем, вышла, ну, в общем, такая же, как у Google Health, то есть 10 грамм на литр. Вот после чего мы применили процедуру интеркалибровки. Да, то есть какая мысль сейчас есть, что вот если человек просто приходит один раз и измеряется, то есть мы в приемном отделении, например, поставили вот такую там тележку, куда человек засовывает руку, и он за минуту измеряется там 5 оптическими методами. Вот если он пришел один раз и померился, вот у него будет точно 10 грамм на литр при концентрации 120, что, в общем, неплохо, то есть вы анемию, вот резкое падение гемоглобина обнаружите, но это не клиническая точность. А что можно сделать? А можно сделать так, что приходит человек, допустим, в инвитро куда-то, ну вот в клинику, сдает кровь, измеряется с помощью своего смартфона сам себя и вводит то число, которое измерилось в тот день, в качестве референсного. И после того, как мы одну точку скалибровали на реальное измерение для этого человека, после этого точность становится клинической. То есть получается, что если мы хотим устройство для скрининга сделать, то есть чтобы просто люди приходили и измерялись один раз, ну, мы увидим тех, у кого понижен гемоглобин, безусловно, но, опять же, то есть у этого есть некая ниша, но это не там, скрининг беременных, где жизненно важный показатель, с одной стороны. А с другой стороны, если у человека есть его смартфон, его умные часы, то там можно реализовать методику с интеркалибровкой, то есть один раз введя вот это вот число, то есть можно определять гемоглобин с клинической точностью. Собственно, вот, да, мы это все опубликовали. Если кто-то увлекается анализом данных, анализом изображений, то мы вот опубликовали буквально недавно в журнале Scientific Data, это журнал, где публикуются датасеты, референсный набор изображений разных мест ткани, то есть ногтевых пластин, кожи, для того, чтобы люди, то есть, как я говорил, была статья 2018 года, которая показала, что по изображениям можно определить гемоглобин, анализируя цвет. После этого чего только не было. Там были условно-африканские статьи с 100% точностью, с минимальной погрешностью. Было все. Вот. И, собственно, ну, как бы мы тоже там много боли из этого испытали, потому что, ну, как бы время потрачено. Вот. Резюме такое, что, ну, конечно же, нельзя просто по фото с клинической точностью определить гемоглобин. И чтобы какой-то на этот ответ дать, вот мы выложили датасет 500 человек, для которых вот все известно. Известен гемоглобин, известно, ну, все, что можно. Вот. То есть можно просто брать эти картинки, тренировать свою модель и посмотреть, какие точности получаются. Точности получаются вот, ну, 10 грамм на литр. Вот. Ну и, соответственно, еще опубликовали там несколько результатов на тему того, как эту точность можно улучшить. Вот. То есть, собственно, да, это проект, который был реализован в рамках медтеха. Вот. То есть есть решение. И дальше мы идем вот в сторону того, а что же еще можно померить, потому что гемоглобин, да, там это супер, но вот есть ли что-то еще. На самом деле здесь вот интересно обратиться к опыту компании Rockley Photonics, которая делает датчики для Apple Watch. Соответственно, у них, это вот я взял три слайда из их презентации, и здесь вот видите, первый столбец — это параметры, которые ну, заявлены для измерения. Здесь помимо стандартно вариабельности сердечного ритма, пульсоксиметрия, давление, ни много ни мало, частота дыхания, это все есть, да, там в других устройствах. Дальше тут идет оптическое измерение температуры тела, гидратация тела, то есть содержание жидкости, то есть дегидратация организма, что человек обезвожен. Дальше скорость потока крови, кровотока, содержание гемоглобина, это то, что мы обсудили, да, то есть можно сделать, но сложно. Вот дальше совсем такие интересные вещи, то есть содержание спирта в крови. Ну, то есть понятно, что там человек выпил, может посмотреть, вот, как бы, может он ехать, не может, детектируется или нет у него концентрация спирта в крови. Вот, лактат и глюкоза. То есть видите, тут вот прям настоящие биомаркеры. И эта компания на себя позиционировала как лаборатория на чипе, то есть лаборатория, то есть вы носите часы, измеряете, вот сколько там нужно биомаркеров. Соответственно, вот все то же самое. То есть носимые часы, там какая-то интегральная фотоника, измеряющая отраженный сигнал в видимом и инфракрасном диапазоне спектра. Ну, то есть в целом все то же самое, что у всех, только другие частоты. Вот.
но при этом расширенный набор биомаркеров. То есть глюкоза, лактат, спирт, вот, чего только нету, вода. Вот тоже как бы рекламного характера слайд, да, но опять же люди серьезные, то есть там инвестиции, видите, там 400, там 300 миллионов долларов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и, собственно, когда я Романа спрашивал, вот о чем лучше рассказать, да, он сказал, что вот в целом про биофотонику, я вот начал вспоминать про носимое устройство как самая понятная тема, и вот посмотрел, что же сейчас с Rockley Photonics, компания обанкротилась в 2023 году, вот, ну то есть, видите, там заявлялся набор биомаркеров, их так и не померили, глюкозу в том числе, вот, но тем не менее они сейчас выпускают уже что-то следующее, вот, там BioOptics называется компания, но тем не менее, то есть в принципе, то есть как получается, что как это все мерить, понятно, то есть в теории. То есть у вас есть глюкоза, допустим, молекула, у нее есть какой-то характерный набор колебаний. То есть глюкоза как-то трясется, молекула. И вы этот набор колебаний можете померить с помощью оптики. Это возможно. Но частоты эти, они будут лежать не в видимом диапазоне, то есть там 400-700 нанометров, синий-зеленый свет. Глюкоза там свет не поглощает, ну вообще никак. Она поглощает свет в диапазоне нескольких микрон. То есть это инфракрасное излучение, то есть, грубо говоря, там, где работают обогреватели инфракрасные, то есть вот совершенно другой диапазон, вот излучение тела, вот нагретое тело излучает в этом диапазоне. То есть как бы это нужна другая техника абсолютно, да, то есть не та техника, которая используется для измерения гемоглобина. В теории это возможно, но там возникают проблемы, то есть в этом диапазоне очень интенсивно поглощает вода, и глубина зондирования, которую вы в этом инфракрасном диапазоне получите, это буквально там какие-то 10 микрон. То есть вы, наверное, измерите глюкозу, но это будет глюкоза не в крови, а вот в межклеточной жидкости, в верхнем слое кожи. Тема крайне интересная, вот опять же, потому что вот сейчас буквально проходит конкурс в Москве в рамках фонда НТИ, который называется «Новое измерение». Вот можете все там загуглить. Мы изначально, я участвовал в формировании технического задания этого конкурса, то есть что можно сделать с помощью биофотоники. И в итоге это все свелось к тому, что в рамках конкурса было предложено неинвазивно измерять глюкозу. Честно сказать, с учетом того, что там ни Apple, ни Google, никто с этой задачей клинически не справился, неинвазивное измерение глюкозы, и по тому, что, измерить глюкозу с стандартным набором длин волн, которые в оптике есть, в общем, никому не удалось. Есть некие сомнения, что эта задача, она решаема вообще в принципе. Потому что, как только вы приходите в диапазон инфракрасный, где вы именно колебания молекул ловите, у вас резко понижается глубина детектирования, и вы не попадете в кровь никак. То есть вы будете измерять сигнал, который как-то коррелирует с кровью, но не из крови. И всегда вопрос будет про клиническую точность. Тем не менее, в теории это возможно. И, опять же, позитивный прибор, пример, да, то есть, все позитивные примеры как-то получилось, что я тут про нашу группу буду рассказывать, но для нас позитивный, заключается в том, что, в принципе, вы можете делать следующее, то есть вы можете перейти в инфракрасный диапазон, там, область 1 микрона, там у вас поглощает вода и липиды. Соответственно, кожа устроена так, что это многослойная система, снизу этот желтенький – это жировой слой, дальше сверху – это слой, который называется дерма, там находится коллаген, это эластические свойства кожи. И что вы делаете? Вы ставите источник и детектор на кожу и их двигаете. Соответственно, меняя расстояние, вы зондируете разные слои кожи. И, соответственно, у вас меняется спектр. То есть, как вы видите, там оранжевым приведена вода на спектр справа, а зеленым липиды. Вы увеличиваете глубину, у вас пик воды уменьшается, и растет пик липидов. То есть, в принципе, вы таким образом зондируя можете померить содержание воды и липидов в коже. Зачем? Потому что оказывается, что есть такая задача при измерении состава тела, то есть, знаете, как есть умные весы, которые с помощью метода биоимпеданса, то есть пропускают там какой-то ток, можно определить, сколько жира в теле, там, сколько мышц, кости, гидратацию. Это метод, который основан на том, что сопротивление тела на разных частотах отличается для, собственно, разных тканей, для жира, для воды. И человеческое тело моделируется цилиндром, и интегрально там считается какая-то корреляционная связь между пропусканием тока и составом тела. А оптика, она напрямую мерит эти молекулы. Да? То есть, мы сейчас посмотрели, то есть воду можно померить напрямую, липиды можно померить напрямую, белки можно померить напрямую. И мы разработали такое портативное устройство. Тут здесь фото, это буквально
когда получается. То есть 2 недели назад был конгресс по ожирению в эндокринологическом научном центре, и мы там показывали наше устройство, то есть это вот датчик, вот он изначально выглядел так, как на центральном, то есть такая вот штука, небольшая относительно. Вот. Вы прикладываете ее к телу, и после измерения спектров вот на разной глубине вы получаете концентрацию, ну, допустим, жира в теле. Здесь приведены результаты. То есть точность определения по сравнению с референсным методом составляет, ну, там, меньше 3%. То есть получается, что вы с помощью носимого устройства, но опять же, это все можно уменьшить, да, то есть это не обязательно должна быть штука, которая вот держится вот так рукой. Это можно сделать размер спичечного коробка, это можно вставить в умные часы. То есть вы получаете анализ с клинической точностью состава тела с помощью оптического вот зондирования белков и липидов. То есть это возможно. И, соответственно, вот сейчас мы от носимых устройств, вот принцип действия вы поняли, то есть это есть молекулы, они имеют какие-то особенности в оптическом диапазоне частот, а уж если они их умеют, то мы научимся их мерить, мы их выловим и получим информацию о физиологических процессах, которые связаны с этими молекулами. Гемоглобин, оксигенация, вода, липиды – это вот все более чем доступно, это прям вот хорошо работает. Еще с кожей такой классический пример – это, конечно, меланин, то есть пигмент, который определяет цвет кожи, волос, глаз. Соответственно, но это вот задача из области рака кожи, то есть диагностика по меланину меланомы, то есть как бы отдельное такое направление. Но в целом, то есть вот посыл такой, что если есть молекула, у нее есть какие-то вот особенности оптические, особенно если у нее есть цвет, она окрашена, то вот дальше все можно сделать с помощью оптики. А где еще вот можно с помощью оптики что-то сделать? То есть все, что мы обсуждали, это были носимые устройства, и излучение не нужно было проникать вглубь тела. То есть вот там глубины зондирования в несколько миллиметров вполне хватало для решения всех задач, как бы, ну вот все супер. А где еще? Вот оказывается, что такое интересное направление – это интерпретационная диагностика, когда хирург во время операции хочет получить информацию о ткани. Есть довольно много устройств, которые уже сертифицированы и используются в клинике. Они стали появляться, ну, вот я бы сказал, последние там, 5-10 лет, может быть. Здесь несколько примеров таких устройств. То есть вот снизу это система для диагностики рака груди. Вот здесь присутствуют коллеги, которые занимаются, собственно, методом оптоакустики. В чем идея, что вы молекулу, тот же гемоглобин, вы светите лазером, и гемоглобин поглощает свет. Из-за этого он греется и, соответственно, генерирует акустическую волну. А акустическая волна, она уже не поглощается телом, как оптическая, и вы можете как бы на глубокие слои получить томограмму за счет детектирования акустического излучения. Вот на этой основе компания Siena Medical, это США, они сделали систему для ранней диагностики рака груди. Вот, соответственно, здесь еще картинка – это сердечно-сосудистая хирургия. Там идея в том, что не все бляшки нужно удалять, есть опасные. Вот вы заводите катетер внутрь сосуда, вы можете с помощью оптики анализировать состав бляшки. Собственно, это довольно хорошо работает, это клиническая система, вот, коммерчески доступная и, в общем, продается и используется. Еще пример – это диагностика рака желудка, когда человеку, да, через гастроскоп заводится волокно и измеряет, собственно, оптические свойства клеток, и по этим оптическим свойствам она определяет, собственно, делают биопсию с помощью оптики. То есть есть понятие оптическая биопсия. Это когда вы не отбираете кусок ткани, потом даете ее морфологу, а когда вы с помощью измерения оптических свойств поставите диагноз. То есть это будет у вас предрак, рак, стадия, то есть вот такие вещи. Здесь вот на слайде кратко тоже приведены некоторые области, где оптическая интерпретационная диагностика используется. То есть это и нейрохирургия, там, кстати, вот, по-моему, уже с 90-х годов довольно активно используется биофотоника для определения границы опухоли. Это травматология, ортопедия для анализа состояния хряща. Это эндокринология, о которой я расскажу, урология. Почему вот меня лично так интересует тематика интерпретационной диагностики, даже, наверное, больше, чем носимое устройство? Потому что здесь нам удалось сделать приборы, которые дошли до клиники. Ну да, это вот еще один пример того, где используется биофотоника. То есть вот компания Neuralink, да, которая занимается интерфейсами мозг-компьютер, стимуляцией мозга, собственно, она устанавливает, ну как, наверное, многие из вас знают, электроды в мозг. Да, то есть вам нужно распределить электроды, сделать матрицу электродов в определенном отделе мозга. И для того, чтобы это сделать, эту нить туда просунуть, вам нужно не задеть сосуды в мозгу, потому что, естественно, если вы их заденете, то будет кровоизлияние в мозг, это, ну, плохо, очевидно. Вот, соответственно, вам нужно разместить электроды. Как это сделать, чтобы не задеть сосуды? Вот оказывается, что в компании Neuralink есть хирургический робот, который это выполняет. Есть
видеопрезентации, как это все работает. Вот рекомендую их посмотреть. Там, ну, все, естественно, красочно показано. Но чем для нас это интересно? Тем, что там используется оптическая навигация. То есть там с помощью биофотоники, некоторого метода, который называется оптическая когерентная томография, собственно, в реальном времени строится карта сосудов, и робот, когда он протаскивает этот электрод, он использует карту сосудов для навигации. То есть вот даже в нейролинке, в хирургическом роботе для установки имплантов в мозг используется биофотоника. А наше как бы, такое погружение в интерпретационную диагностику было связано с тематикой литотрепсии, то есть как я на первых слайдах сказал, что с помощью света все, что было до этого, это была диагностика. То есть мы извлекаем информацию об объекте, но мы уже можем не только извлекать информацию, мы можем еще на объект воздействовать светом. Например, с помощью лазера хирургического мы можем дробить камни в мочеточнике, в мочевом пузыре, в почках. И здесь как бы такая выигрышная ситуация заключается в том, что компания, которая производит медицинские лазеры хирургические, одна из ведущих компаний в мире, она российская. Соответственно, называется вот мировая компания APG Photonics, а изначально это был IRE Polus, то есть APG — это IRE Polus Group. То есть APG Photonics — это, ну, пример суперуспешной компании из России исходно. То есть вот их основатель там входил в топ-50 в списке Forbes. Ну вот он умер там в 2021 году. Но тем не менее это был российский ученый, который причем работал в НИИ там до 50 лет. И только после, я не знаю, там 60, он решил как бы это коммерциализировать свои разработки в области волоконных лазеров. То есть он, по сути, один из первых, кто придумал, как сделать волоконный лазер мощным. Соответственно, зачем это? Вот всякая лазерная сварка, резка труб, железо. Ну, то есть это мощные лазеры, которые что-то режут. Вот. И, соответственно, сначала появилось ответвление IRE Polus немецкое, потом американская фирма стала как бы основной. И IPG, в принципе, в какой-то момент занимал первое место в мире по мощным лазерам. То есть как бы это вот прям, ну, один, наверное, из самых таких вот вопиющих примеров, когда российская компания, да, там, дошла до лидера рынка. Вот, соответственно, сейчас, ну, поскольку IPG была американской компанией, вот после 2022 года как бы это вызывало некоторые сложности, и вот буквально в августе этого года она стала полностью российской компанией, потому что вот российская часть выкупила свою долю у американской. Вот теперь опять IRE Polus Group, да, НТО IRE Polus, завод Фрязино, это вот независимая структура. Так вот, и компания IPG делает медицинские лазеры, то есть один из как бы областей применения – это медицина, в частности, урология, то есть дробить камни. И вот как вы на картинке можете видеть, то есть как это вообще происходит. То есть человека через какое-то отверстие по-разному заводит эндоскоп. То есть, по сути, трубку, на конце которой стоит камера и подсветка. И также через этот эндоскоп протаскивается волокно. Волокно подводится к камню, хирург нажимает педаль, идет излучение, излучение поглощается камнем, и он распадается вот на части. Но проблема в том, что волокно может с камня соскочить, тогда все это излучение придет на ткань, и вы можете сделать перфорацию мягкой ткани. Вы можете, собственно, порезать слизистую и так далее. То есть это плохо, очевидно. А вот на графике синим и оранжевым, то есть два способа дробить камни. Есть один — это ультразвук с помощью ударных волн. Это синяя кривая, то есть число операций не растет, оно вот примерно вышло на константу. А число лазерных операций, оно резко, вот, видите, каждым годом увеличивается. Ну, по многим причинам, потому что лазером можно подробить камни в пыль, то есть, ну, много чего интересного можно сделать. Соответственно, задача какая? Задача вы через то же волокно, то есть вы засовываете в человека ровно одно волокно, которое подключается к лазеру для того, чтобы дробить камни. Но вы хотите еще добавить туда зондирование, чтобы избежать ситуации, повысить безопасность хирургии, чтобы ни в коем случае не пожечь мягкие ткани. Вот, то есть сделать такую систему обратной связи. То есть вот подвели волокно, измеряем обратный сигнал и понять, что перед нами — это камень. В идеале понять состав камня, чтобы оптимизировать параметры дробления. Ну и вот такая задача перед нами стояла. И, собственно, мы ее вот начали решать с какого-то, получается, с 2022 года, как неудивительно. Вот, с 2022 года вообще много стало как-то заказов от разных производителей медицинского оборудования, чтобы что-нибудь делать. Вот. Ну и, соответственно, вот за там, 2 года нам удалось с APG Photonics дойти до конечного прототипа. То есть здесь, что вот вы видите, да, на картинке слева, то есть всегда нажата педаль, то есть хирург всегда нажимает педаль. И все время вот лазеру дается команда, что надо подавать излучение. Но как вот зеленым показано, когда лазер
стреляет, как бы, а красным нет. И, соответственно, вы можете увидеть, как только вот волокно сбивается и попадает с камня на ткань, то есть тут же прекращается подача излучения. То есть таким образом вы даже для начинающего хирурга в условиях, когда он не видит ничего, там, допустим, из-за кровотечения или из-за того, что пыль какая-то от камня, то есть вот не видно на операционном поле, но при этом у вас всегда волокно зондирует, что перед ним находится, и выдает ответ, то есть как это работает. Ну, собственно, это лазер называется система Uralase Plus, то есть вы можете посмотреть в интернете, набрать Uralase Plus, и там, в принципе, есть разные клинические случаи, когда это применяется. Ну, в общем, довольно подробно это описано. Это коммерчески доступная система. Вот. И мы пытаемся ее развивать. То есть одна из задач, которая, ну, вот из той же серии, только не камень ткани распознавать, а распознавать границу опухоли. А почему это важно? Потому что хирургу нужно удалить опухоль целиком. Допустим, опухоль мочевого пузыря. И как он это делает? Ну, на глаз, да, то есть вот как бы он имеет какое-то представление о том, какая локализация опухоли, потом он отступает туда, где считает, что нормальная ткань, вырезает целиком. Но, честно говоря, не всегда, то есть задача не оставить раковых клеток, потому что если они останутся, возможно, рецидив, и нужно все удалить. Не всегда оказывается, что то, что думал хирург, что он все удалил, это иначе бы не было повторных операций, рецидивов и так далее, это на самом деле достаточно большой процент. Соответственно, разные компании, то есть тоже к вопросу о том, насколько актуальна биофотоника, пытаются, вот основные производители эндоскопического оборудования пытаются подсветить границу опухоли разными методами. То есть, например, компания Olympus, она подсвечивает сетку сосудов, то есть гемоглобин контрастирует вот на изображении эндоскопа. Соответственно, компания Kyle Storz, да, тоже производитель эндоскопов, они вводят некое контрастное вещество, которое накапливается предпочтительно в раковых клетках, да, это называется фотодинамическая диагностика. А, соответственно, Pentax использует анализ изображений, то есть, опять же, нейросети, и вот как вот можно ли увидеть по изображению видео с эндоскопа опухоль. Вот. Ну, а, соответственно, как я говорил, наш заделан в области оптической спектроскопии, то есть извлечь информацию о молекулах. И, собственно, вот по той же схеме, как мы делали при дроблении камней, то есть мы через волокно хирургического лазера, который, собственно, опухоль вырезается лазером тем же самым, то есть так же, как вы можете дробить камень, в другом режиме вы можете как бы отрезать кусок ткани. И это делается, ну, собственно, вот повсеместно, да, то есть есть ряд операций, которые делаются с помощью лазера. И, соответственно, вот через то же волокно, которое подводится, вы можете завести разные методы диагностики. Вот мы, соответственно, совместили 4 метода диагностики и, ну вот, соответственно, да, там публиковали статью в профильном журнале по лазерной хирургии, собственно, которая там вот справа показана, там была выбрана редактором там как лучшая статья, вот, и получили точности, ну, довольно неплохие, там, то есть точность определения здоровой ткани 91%, да, то есть вот чувствительность где-то, ну, вот, получается, детектирование рака — это 90%, ну, специфичность там пониже. То есть в целом оптика позволяет понять разницу между раком и не раком. В чем, собственно, заключается проблема? Проблема заключается в том, что, ну, во-первых, то есть если у вас есть дробление камня, то если вы повредите мягкую ткань, то это не смертельно. Вот. А теперь представьте, что вам нужно поручиться хирургу, что он не оставил раковые клетки в организме. То есть это, во-первых, ответственность сильно выше. И если брать, допустим, компанию Olympus, то они просто подсвечивают поле, и хирургу как бы удобнее смотреть. То есть они число не выдают. А у нас, вот в нашем случае с волокном, то есть оно должно, ну как работать, то есть пищать. Пищать, когда это рак, и, допустим, не пищать, когда это нормальная ткань. И получается, что там вот надо повышать не только чувствительность, но и специфичность, которая здесь вот составляет 80%. Ну там большая погрешность, да, соответственно. Вот. И трансляция в клинику приборов, которые для онкодиагностики, она намного сложнее. То есть всегда хочется сделать прибор, который пойдет в клинику, но если это связано с диагностикой рака, то это всегда, ну, как бы целое большое дело. И вот, вот в этой части, да, проекта с урологией это, ну, ну, просто сложнее. Вот. А еще пример успешного проекта, опять же, который реализован, ну, то есть тоже как бы я вот про наш опыт больше рассказываю, относится к эндокринной хирургии. В чем там задача заключается? Задача заключается в том, что когда проводят операцию на щитовидной железе, это называется стероидэктомия, то есть стероид — это вот щитовидка и, собственно, стероидэктомия.
В щитовидке есть четыре таких вот маленьких участка, которые называются паращитовидная железа. Это тоже орган, и он ответственен за гормональный синтез. Вот, соответственно, ну и за баланс кальция в организме. И нужно удалить щитовидку и сохранить эти четыре паращитовидки. То есть их нельзя удалять, и они должны там быть на месте. Соответственно, вам нужно... И хирург не всегда их на глаз может увидеть. И вам что нужно сделать? Вам нужно подсветить их как-то и помочь хирургу во время операции их не удалить. Как это сделать? То есть когда-то было замечено, что у этих органов, у паращитовидной железы повышена сигнал флуоресценции, то они светятся вот в инфракрасном диапазоне. И для этих целей был разработан прибор. Вот, собственно, я не знаю, тут запустится или нет видео. Роман, можете, пожалуйста, нажать вот кнопку, там, чтобы... А, все, спасибо. Вот, то есть как это происходит? Что мы сделали? Мы сделали зонд, который... одновременно измеряет флуоресценцию, то есть он детектирует паращитовидную железу, то есть вот хирург заносит в операционное поле зонд, дальше как-то им вводит, и наша система, она пищит, когда ну, звук раздается, да, когда мы попали на паращитовидную железу. Но помимо этого мы добавили функцию оценки жизнеспособности паращитовидной железы. То есть что это значит? Что вообще ее могли там повредить как-то кровоснабжение, и мы определяем, во-первых, оксигенацию и нас, ну, как бы перфузию, то есть вот пульсацию крови в паращитовидной железе. То есть мы хирургу не только даем информацию о том, что вот эта вот область, да, это паращитовидная железа, но мы еще и говорим, там повреждена она или нет, потому что в зависимости от того, что он там повредил, а это происходит повсеместно, то есть можно поменять тактику хирургии, можно сделать автотрансплантацию, потому что на самом деле особенность паращитовидной железы такая вот уникальная, что ее можно измельчить отрезанную и обратно засунуть, и она будет функционировать. То есть потом там какие-то сосуды прорастают, ну вот как бы вот это работает, автотрансплантация. И наша система, она может хирургу помочь это сказать. То есть, соответственно, мы ее испытали на каком-то количестве операций. И как вот в случае с урологическим лазером, идея сейчас в том, чтобы получить регистрационное удостоверение, ну и, в общем, довести до клиники. Это все довольно активно происходит. Вот. И тут я хочу вот обратно немножко вернуться к такой фундаментальной составляющей, потому что пример паращитовидной железы, он крайне показателен вообще для в целом области биофотоники, что не все там еще известно. Что я имею в виду? На самом деле, естественно, все молекулы, которые поглощают свет в организме, они ну, там, давно изучаются. Почему? Потому что я сказал, что если молекула у вас окрашена, то, скорее всего, вы ее можете померить оптикой, и все будет как бы хорошо. И список этих молекул в учебнике – это 10. Ну, вот примерно 10 молекул. На самом деле в организме человека больше молекул, чем 10, и многие из них тоже окрашены. И, допустим, паращитовидной железе что-то флуоресцирует в инфракрасной области, а что – неизвестно абсолютно. И, соответственно, вот оказывается, что есть ряд эффектов в оптике организма, которые, собственно, ну, не объяснены до сих пор. То есть что там за молекула, которая позволяет паращитовидную железу отличить. Вот. И, соответственно, встает вопрос, ну, опять же, вот мы обсудили немножко часть про биотехнологию, что можно генетически кодируемые метки вводить в организм и любую молекулу подсветить. А есть вот часть, связанная с искусственным интеллектом, которую я пока особо не касался, но она, очевидно, тут тоже в биофотонике к некоторым прорывам приводит. Идея в чем? Что в целом, ну, как вот я смотрел, да, что вот в рамках медтеха было там много лекций, посвященных геномному анализу, там и вообще там протеомике, то есть тому, что называется омиксная технология. То есть так получается, что в связи с развитием техники вы можете извлекать большие данные как бы, да, из человека. То есть что это значит? Вы можете померить полный состав белков, то есть там какие-то тысячи. Вы можете померить липидом. То есть омикс – это вот как геномика, метаболомика, протеомика, когда вы получаете набор огромного количества молекул с помощью, допустим, метода масс-спектрометрии. Соответственно, есть такая область, как метаболомика, то есть из разных жидкостей человека выделяются молекулы и проводится вот такой профиль метаболитов, которые есть. Таких молекул в открытых базах, то есть все это еще, вот заметим, открытые базы данных, которые вот в интернете можно там скачать, найти, там ни много ни мало, там 250 тысяч молекул. Вот, то есть в принципе в организме человека ну, какое-то гигантское количество молекул, то есть вот только одних метаболитов 250 тысяч, то там как бы есть о чем еще поговорить, да, то есть это далеко не весь список. И что было бы классно, если бы мы могли взять эти метаболиты и для каждого из них предсказать оптические свойства. Ну, то есть как-то сказать, что вот такая молекула должна светить так, вот это по-другому. И, соответственно, что мы для этого должны сделать? То есть мы должны применить какие-то методы, которые из структуры молекулы, из формулы молекулы извлекают ее параметры. Ну, то есть, по сути, то, как работает,
ну, я вот, наверное, сразу приду к этому слайду, то, как это работает в биоинформатике. То есть на самом деле сейчас же для того, чтобы синтезировать лекарства, которые будут связываться с какой-то таргетные молекулы в организме, совершенно не обязательно перебирать экспериментально большое количество лекарств, потому что много что можно посчитать, много что можно предсказать. То есть оказывается, что с помощью методов машинного обучения, имея большую базу, соответственно, комплексов, таргетная молекула и лекарства, то есть обучившись на этой базе, можно потом взять молекулу кандидата и выбрать из них те, которые будут, ну, в общем, предпочтительно связываться с той молекулой, которую вы хотите. То есть это такой мейнстрим вообще в фармакологии сейчас, что, ну, то есть как бы опять же из этой серии, за что дали Нобелевскую премию, да, то есть вы там видели, за, собственно, ну, по большому счету AlphaFold, да, то есть за программу, которая, ну, там есть Rosetta, AlphaFold, то есть за способы предсказания 3D-структуры белка по его первичной последовательности, из каких аминокислот он состоит. Да, то есть вот буквально за это дали Нобелевскую премию 2 недели назад. То есть в целом методы компьютерный, искусственный интеллект в биоинформатике, в биологии, это сейчас, ну, такое одно из самых, наверное, быстро развивающихся направлений. И это применяется в фармакологии. То есть фармкомпании, они вкладывают деньги, да, то есть в исследования, ну, химометрика, да, там химоинформатика, то есть как можно по формуле, по структуре молекулы предсказать эффективность ее взаимодействия с какой-то другой молекулой, чтобы, ну, синтезировать лекарство. Соответственно, здесь вот примеры какие-то есть, да, то есть есть база данных биоактивных веществ, есть база данных каких-то токсичных веществ, то есть есть на чем вашу модель обучать. То есть эти базы, они в открытом доступе, и в принципе, то есть обучив вашу модель, вы можете предсказывать различные свойства молекул. Как это делается? Да? То есть, чтобы вам что-то предсказать, вам нужно молекулу извлечь параметры какие-то, да? То есть там число двойных связей, не знаю, число ароматических колец, связанность ароматических колец. То есть это можно сделать. Да? То есть, опять же, все эти, как извлечь из структуры молекулы ее свойства, это, ну, в общем, известно. И на этой основе работают вот в том числе методы биоинформатики, которые предсказывают свойства молекулы по ее структуре. Например, токсичность. Вот. А что мы попробовали сделать? То есть мы попробовали взять открытые базы молекул, где для каждой молекулы с известной структурой известны ее оптические свойства. Такие, опять же, базы есть. То есть сейчас, вот, кстати, очень почему как бы все стало развиваться быстрее? Потому что есть датасеты открытые, которые люди публикуют, то есть наборы данных. Ну, как вот я рассказывал, мы выложили датасет с изображениями кожи. Точно так же вот добрые люди какие-то оцифровали данные из 1000 статей и опубликовали, не знаю, там 10 тысяч молекул, у которых вот формула, а вот как она светит. Да? То есть это все есть, это можно использовать. И мы, используя подходы, которые были из биоинформатики, сделали модель предсказательную, которая позволяет по формуле молекулы предсказывать ее оптические свойства. То есть что после этого можно сделать? После этого вы берете метаболом, дальше вы, соответственно, вот в метаболоме 250 тысяч молекул, вы их все засовываете в эту предсказательную модель и отбираете предпочтительные кандидаты для того, чтобы можно было предсказать, какие молекулы у вас светятся в красной области спектра. И вообще зачем это можно использовать? Потому что есть метаболом, допустим, при каком-то заболевании, вы можете посчитать оптические свойства, сказать, что там будет больше таких молекул, и сказать, что вот на такое заболевание я ожидаю такое изменение оптического отклика. То есть, в принципе, имея механизм, да, то есть модель, которая у вас позволяет предсказывать оптические свойства молекулы по структуре, дальше вы опять же берете открытые базы данных, что-то туда извлекаете оттуда молекулу, загоняете в модель, и вот таким образом вы можете делать скрининг, да, то есть вы не делая сам эксперимент, вы можете что-то предположить и потом эту гипотезу проверить. То есть это пример того, как вот развитие методов искусственного интеллекта, оно позволяет вот ускорить процесс исследования в той же биофотонике. Это, ну, собственно, тоже выполнена одна из выполненных работ. К вопросу о том, как, в общем, какое многообразие молекул. То есть мы с вами обсудили гемоглобин, обсудили там воду, липиды, меланин немножко затронули. Но вот опять же есть билирубин, который при желтухе появляется, да, за счет распада гемоглобина, гема, и так далее, и так далее. То есть в целом каждая молекула такая, на ней можно построить оптическую диагностику. То есть это может быть интерпретационная диагностика, в общем, что угодно. Вот. Ну и, собственно, на этом я вот все, что так хотел в первом приближении рассказать, рассказал. Вот у меня такой заключительный слайд, это немножко про нашу лабораторию, да, то есть к чему все пришло в итоге. Но если кратко, да, то есть, наверное, что из интересного, что у нас вот лаборатория на физфаке, но при этом у нас есть какие-то филиалы лаборатории, которые разбросаны по клиникам, то есть по московским клиникам, вот на базе 67-й больницы, эндокринологический научный центр, Сеченовский университет. То есть так получилось, что вот у нас есть много взаимодействий с врачами. А почему они есть? Потому что на самом деле
специфика российская заключается в том, что есть много заинтересованных врачей, и доступ в клинику намного проще, чем за рубежом. То есть, вот, опять же, я всегда там привожу пример, что когда вот в Германии в клинике Шарите нужно провести измерение операции, то оценка вот того, чтобы на одной операции померить, это 10 тысяч евро. Да, то есть, как бы это очень затратные все вещи. То есть, если вы хотите сделать систему для хирургии, не знаю, там в Европе, ну, это, в общем, миллионы евро сразу можете закладывать на проект, ну, скорее 10, и это только на НИР. Ну вот, соответственно, в России несколько по-другому. Вот, ну, соответственно, это один из ускоряющих факторов. Ну и вот врачи как бы тоже заинтересованы. Это позволяет быстрее как-то все продвигать. Вот, на этом у меня, наверное, все. Спасибо. И вот тут даже призы какие-то говорят будут за вопросы, поэтому, наверное, вопросы будут, я надеюсь. Спасибо. Так, поднимайте руку, я к вам подойду. Вот. Чтобы заранее тоже знать, или пока только один вопрос вообще есть. Благодарю за интересную лекцию. Мне бы хотелось задать вопрос по поводу анализа метаболома. Повысится ли точность диагностики заболевания, например, если мы скомбинируем ИК-спектроскопию, то есть инфракрасную, с такими методами, как ЯМР, там, магнитный резонанс, или ультрафиолетовая спектроскопия, или жидкостная хроматография? Есть ли какие-то статистики на этот счет? Да, ну статистики, наверное, нет, но в целом у них просто немножко разная ниша, то есть то, что можно сделать ЕМР, можно сделать в теле, да, посвятить, но у ЕМР у него в целом нет молекулярной специфичности, то есть он обычно, МРТ основан на протонах, на распределении воды, вот, и, соответственно, вот там, допустим, диффузия воды в опухоли замедлена, и вот ее можно посвятить. То есть это как бы у него есть своя ниша, то есть там, конечно, есть какие-то контрастные вещества, а, соответственно, вот оптика, она молекулярно специфична. То есть в теории, да, можно это сделать. Просто как пример один приведу систему, которая, ну, она не с человеком работает, а с бактериями. То есть есть задача диагностики бактерий, классификации разных. И вот ИК-спектроскопия как раз, допустим, она используется для того, чтобы вы отобрали биообразец и поняли, какая бактерия там есть. Но опять же, это работает как, что есть метаболомные данные, и там вот как бы эта цепочка, она сработала. То есть сделали клиническую систему для анализа типа бактерий с помощью ИК-спектроскопии. Вот. Ну то есть в целом, да, то есть как бы всякую жидкостную биопсию и прочее должно улучшить. Но оно и улучшается, в принципе, то есть так и работает. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Тут вопрос от коллег по биофотонике, вот, видимо, сразу домашняя заготовка будет. Конечно. На самом деле весь доклад и до доклада задавался вопросом, как вы, Евгений, все успеваете и в науке, и в клинике, в трансляционных таких делах. И, нет, я нашел ответ на этом слайде. Там 200 плюс человек в подчинении, там все написано. Но если серьезно... Так как я успеваю, я же опоздал сегодня. Ну, чуть-чуть, 15 минут не было. Какой 15? На 5? На 5. Ну, вот я и говорю... У нас на радиофаке 15 минут ждем в любом случае. Ну, да, дальше да. Неважно, кто кого ждет. А реально, сколько человек работает в лаборатории? В лаборатории 30. 30? Да. Ну, то есть это у нас школа в МГУ, не знаю, там, есть ли смысл про это рассказывать. Вот, ну, там каждый свое делает, но в лаборатории у нас где-то человек 30 примерно. Так, задам вопрос из трансляции. Если меланин поглощает видимое излучение, насколько применимы методы неинвазивного анализа для людей с темной кожей? Применимо – это всегда проблема, решаемая, то есть это не смертельно. Но я обычно, да, это я не знаю, как бы что я на это говорю, что у нас-то как бы такого нет, да, здесь вот с темным цветом кожи обычно. Но, честно говоря, нет, это все работает, но просто нужно калибровку свою делать. То есть он не напрочь убивает поглощение. То есть я могу там отмотать, в принципе, на слайд, где спектр меланина, он выглядит вот так. Можно вот. Отмотать. Ну, давайте, да, отмотаем. То есть он выглядит вот так вот, спадающий спектр. Вот, собственно, вот меланин, вот гемоглобин. То есть он как бы влияет. Но если вы работаете вот в этом окне, где вот видите пик гемоглобина, здесь красненький, то там, в общем, все неплохо. Это если говорить про пульсоксиметр. Ну да, то есть цвет кожи, конечно же, влияет. Но это не является каким-то радикальным ограничением. Просто нужно на таких людях тоже набирать статистику, калибровку делать. Но если бы он не работал, я так скажу, да, то есть опять же, вот, что бы было, да, то есть, допустим, Apple Watch выпустил бы часы, которые измеряют пульс, но он бы не работал на людях с темным цветом кожи. Вот что бы тогда было, да, то есть тогда бы Apple, наверное, закрыли за расизм. Вот, но поэтому, конечно, он работает, но там чуть похуже.
То же самое с пульсоксиметрией. То есть оно работает, потому что иначе нельзя. Там, вы не можете написать на упаковке, да, что у вас методика только там для... Понятно. Понятно. Следующий вопрос уже от меня лично. Вот про робот, который использует Neuralink, Da Vinci, вот, который вот позволяет обходить по карте все сосуды в мозгу и так далее. Есть ли, известны ли вам подобные разработки какие-то в России в данном направлении? Да, смотрите, тут сразу разграничу, да, то есть есть робот Da Vinci, который Intuitive Surgical делает, американский, он используется там много где, насколько я понимаю, Neuralink, у них свой робот, он как бы даже вроде не Da Vinci, вот, и, кстати, в России этих роботов хирургических Da Vinci, по-моему, штук 100 уже закупили, их очень любят урологи, то есть вот у нас есть академик Дмитрий Юрьевич Пушкарь, который уролог, занимается, собственно, хирургией на там раке простат, удаление простат с помощью робота, и что он делал, у него как бы вот очень много, большая часть там того, что они делали, они с институтом, я вот не помню, как он называется, делали российского робота, вот российский робот-хирург. Соответственно, чем там закончилось, то есть как бы он есть, можно в интернете посмотреть, вот там, по-моему, Сергей Шептунов, да, автор, там, директор института, автор этого робота, вот там, что с ним случилось там дальше, куда он пошел, не пошел, я не знаю, но я могу чуть развить, опять же, эту тему, что роботическая хирургия, на самом деле, это очень популярное направление, и за ней, ну, очевидно, будущее, это понятно, потому что вы можете делать операции дистанционно, хотя бы поэтому вы можете в регионе где-нибудь поставить робота, управлять из Москвы, потому что там вообще интерфейс, есть микроманипуляторы, а потом эти микроманипуляторы, эта информация передается на робота, который там, не знаю, где-нибудь в Якутии, да, стоит. Вот, соответственно, сейчас просто на самом деле есть китайские роботы и корейские роботы. То есть корейские роботы подороже, но вот китайские роботы — это прям не как вот такая штука, да, как там вот в Neuralink я показывал, что такое большая установка, а это вот буквально закрепленные на столе такие вот как руки. То есть вот если здесь вот такая вот большая штука, это вот такие вот манипуляторы, которые сбоку где-то закреплены. И в целом, ну то есть я думаю, что, ну опять же, я там не глубоко в теме роботической хирургии, хотя у нас есть проект с ней связанный, но предположу, что китайские роботы, они в общем в какой-то момент займут очень большую нишу этого рынка. Кстати, в урологии, да, там для операции типа дробления камней тоже вот робот, который что-то там передвигает эндоскопически, тоже есть. Вот, то есть... Ну, российский есть разработчик, да, то есть если вот надо его найти, то есть ключевые слова это, ну, вот, как ИКТИ, по-моему, называется, институт. Вот, то есть да, они делали как раз его, но я вот честно не видел в деле. Я знаю, что сейчас последнее только скажу, что APG Photonics, компания, которая делает, собственно, лазеры вот для дробления камней и прочего, они интегрировали лазер с вот этим вот российским роботом и даже проводили демонстрационную операцию там на свинье, что-то ей отрезали. Ну, потому что логично совместить робота с лазерной хирургией, то есть дать роботу еще волокно, и чтобы он вместо скальпеля вот что-то там резал. Спасибо. Я имел в виду в том числе, ну, роль фотоники в этой операции была в том, чтобы составить вот эту карту капилляров и прочих сосудов. А вот именно в нейрохирургии вот используются ли именно какие-то российские разработки? О, сейчас расскажу, да. Ну, то есть я недолго постараюсь. Но смотрите, в нейрохирургии, вот сначала, если говорить не про робота, а говорить про навигацию в нейрохирургии, то одна из там, опять же, успешных разработок заключается в таком красителе, который называется PhotoSense. То есть на самом деле исходно была группа российская, которая... То есть изначально это появилось в мире направление, потом в России как бы довольно рано его перехватили и тоже стали применять. Это вот в госпитале Бурденко, соответственно, была целая... Ну, то есть до сих пор есть, то есть уже лет 15. То есть когда вводят краситель, он накапливается предпочтительно в раковых клетках, потому что граница опухоли при раке мозга — это супер критично. То есть вам нужно каждый миллиметр там сохранить. И, ну, обычно это заболевание типа глиом. То есть есть вот именно российская такая область — это краситель, навигация по красителю. По хирургии, по роботам, вот очень ЦАИС, компания, которая есть, она делает всякие микроскопы для мозга, для нейрохирургии, которые стоят там 700 тысяч евро, и вот в эти микроскопы встраивают как раз методы биофотоники. И более того, тоже, мне кажется, крайне интересная история, то есть тоже всем советую почитать, то есть вот компания ЦАИС, она объявила конкурс по всему миру предложений, как с помощью методов биофотоники можно диагностировать границу рака вот, при опухолях мозга глиом. И, грубо говоря, там 20 групп, абсолютно разные методы, то есть вот с помощью оптики, но там чего только не было. И они вот конкурировали между собой. И кого-то они выбрали, это встроили в микроскоп. Ну, то есть как бы это
Ну вот прям такая история, кстати, очень классная. Ну просто тоже два слова скажу. То есть был хирург-энтузиаст, который они сделали краудфандинг, да, то есть они говорят, вот там за 500 евро там можно провести день с хирургом, чтобы это не значило, там можно кружки какие-то купить. Вот, ну собрали 50 тысяч евро, то есть не очень там большие деньги. Вот, ну как по нашим меркам большие, по их нет. Вот, и соответственно за эти 50 тысяч евро они объявили конкурс, как будто, ну то есть краудфандинг, да, потом, поскольку это было объявлено, ну там швейцарский госпиталь, то это получило довольно широкого глаза. Куда там были какие-то индустриальные компании вокруг, и, собственно, был конкурс вот, групп, которые занимаются биофотоникой, которые между собой конкурировали. И вот когда этот конкурс прошел, после этого ЦАИС уже выделил миллионы евро на разработку, которая была победителем конкурса. То есть, на самом деле, это очень, ну, по-моему, классная такая модель, когда в результате вот краудфандинга, который инспирирован врачами, получается что-то такое, что приводит к созданию целой технологии вот, в нейрохирургии, например. Это прям вот сработало. Так, поднимайте еще руки. У нас пока книжек больше, чем вопросов. Потому что Павлу мы не можем дать книжку. Спасибо вам большое за лекцию. Вот вы рассказали, что с помощью света можно измерять гемоглобин у беременных женщин. А можно ли с помощью биофотоники исследовать плод? Можно. Можно, если... Как вам сказать-то... То есть, смотрите, глубина проникновения излучения это в любом случае сантиметр, да, будет. Вот, соответственно, что вы можете делать? Если вы можете как-то вот внутрь завести волокно, то да, можно. И такие работы есть. Но это не инвазивно. То есть это нельзя просветить через тело, скажем так. Вот. Но обычно для этого используется ультразвук, да, то есть есть вот эти фетальные мониторы, так называемые, они обычно ультразвуковые, они смотрят, собственно, скорость кровотока, но вот оптика, и в чем проблема, она глубоко не просветит, но если вдруг как бы вот волокно куда-то подвести, то все делается, такие работы есть. Я вот тоже просто как бы комментарий такой, может, тоже будет интересно, что есть на самом деле для, вот как я показывал ФНИР, картирование отделов мозга, да, вот где гемоглобин, насыщение, вот есть для новорожденных, там, если недоношенные какие-то дети, то есть церебральный пульсоксиметр. То есть я показывал пульсоксиметр на палец, и есть пульсоксиметр, который измеряет оксигенацию именно в мозге, потому что у новорожденных там тонкий череп, есть вообще места, где только кожа, и вот он там прям просвечивает насквозь, но это не для, как бы, никогда он там еще плод, да, то есть вот, но для новорожденных биофотоника, то есть вот буквально в перинатальных центрах в Москве в том числе стоят вот эти вот церебральные пульсоксиметры, которые нужны для того, чтобы, ну, в общем, предсказывать, что там с ребенком произойдет, там какую-то помощь критическую в реанимации оказывать. То есть вот для новорожденных эта технология тоже применяется по гемоглобину, но это не инвазивно. Спасибо. Павел, все-таки хочешь книжку сказать? Становится больше. Спасибо вам большое за лекцию. Возник такой вопрос. А не пробовали ли с помощью какого-либо излучения попытаться изменить метаболические пути в каких-нибудь клетках? Или запустить, или наоборот прекратить? Ага. Ну, еще как. Пытались. Это называется фотомодуляция, вот фотобиомодуляция, низкоинтенсивная лазерная терапия всякая. То есть это целое большое направление. Такое есть и есть... Вот если вы вобьете там в Google, да, там фотобиомодулятор, то есть куча приборов, которые, собственно, влияют непосредственно на митохондрии, это вот, собственно, энергетические станции клеток, так сказать, органеллы. И там есть такой фермент, который называется цитохром С-оксидаза, вот там, собственно, у него поглощение в красной области спектра, и есть фотомодуляция красным светом. Собственно, это используется, опять же, и в нейронауках, и используется там для... улучшенной регенерации, то есть это вот целое направление. К нему там есть ряд вопросов, ну, там, долгая тема, но в целом, то есть такое воздействие есть, вот на слайде одном из первых, где там ну, человек рисовал, то есть там на самом деле, сейчас вот просто, может, кого-то еще какие-то вопросы там возникнут после этого, потому что там довольно широкий спектр всего, что делают, и вот видите, там снизу диагностика, хирургия и активация светом. И вот, собственно, активация светом, это то, о чем вы спрашиваете, вот ключевые слова фотобиомодуляция, то есть делается, да. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Во-первых, по технологии вот этого мощного лазера, то есть он где-то снаружи находится, по волокну, да, большую мощность подает.
Вот. Как это обратная связь и с какой скоростью осуществляется, если он uh-huh. задевает живую ткань. Uh-huh. Вот. И второй сразу вопрос. Какие-то другие диапазоны, кроме вот оптического этого, да, uh-huh. существуют? Но, допустим, рентген, да, он вреден для организма, uh-huh. но он просвечивает насквозь. Uh-huh. Может быть, есть какие-то исследования, может быть, в области радиоволн ультракоротких, uh-huh. там, uh-huh. которые uh-huh. просвечивают, но не повреждают организм. Спасибо. Смотрите, в общем, сначала про лазер. То есть лазер, технология – это волоконный лазер. Ну, то есть как, вот если чисто технически, это ящик, к которому прикручивается волокно, и из него заводится излучение. То есть действительно волокно – это инструмент, по сути, который одноразовый. То есть на операцию прикручивается к лазеру волокно, оно заводится в тело человека, потом оно там выбрасывается, на следующего человека новое стерильное волокно достается. В теории. На самом деле, конечно, там его стерилизуют и много раз используют, чтобы не покупать. Вот, но это, ну, в общем. Так вот, и скорость, с которой обратная связь осуществляется, это миллисекунда примерно. То есть сейчас это миллисекунда, одна тысячная секунда, то есть это намного быстрее, чем реакция хирурга. Да. Да, то есть, грубо говоря, в лазере стоит детектор отраженного излучения, но это делается не по тому излучению, которое запускает лазер. То есть там дополнительное излучение зондирующее подается с какой-то частотой, но оптика, на самом деле, она тема хороша, что она позволяет очень быстро все делать. То есть на самом деле есть лазер, у которого длительность импульса фемтосекунда, 10-15 секунды. То есть вы можете запустить очень большой частоты излучения по отражению, смотреть, вот, собственно, очень быстрое изменение. То есть вообще оптика, наверное, это уникальный метод, который позволяет прям вот супер быстро что-то делать. А второй вопрос как раз про диапазоны. То есть, да, есть диапазон видимый, это 400-700 нанометров. Дальше мы идем в короткий длинный волн. То есть, когда короткий длинный волн, мы увеличиваем энергию, и мы сначала имеем ультрафиолет. Вот чем это все плохо? Тем, что вот я тут рисовал структуру молекулы где-то там на первом слайде. Вот, видите, уровни. И получается, что если у вас 400-700 нанометров, вы где-то вот здесь работаете. А теперь вы взяли энергию фотона, то есть очень энергетичное излучение, и вы вот куда-то вот туда молекулу загнали, прям высоко, и она разрушится. Почему ультрафиолет вообще плох? Потому что, вот, допустим, есть молекулы ДНК, они поглощают ультрафиолетовый фотон и разваливаются, мутации накапливаются. Если мы идем еще глубже туда, уменьшаем длину волны, увеличиваем, соответственно, энергию, то это будет вот, да, рентген. Ну и, собственно, да, если ультрафиолет так вреден и рак кожи вызывает и так далее, то уж рентген там, при большой дозе тем более. Ну, собственно, да, там про радиацию все очевидно. Вот. И вопрос, куда можно идти. То есть явно нужно идти не в короткие длины волн. Значит, мы идем в более длинные волны. То есть что мы имеем там? То есть мы красный свет, потом инфракрасный, то, о чем мы говорили. Дальше идет ближний инфракрасный, потом средний инфракрасный диапазон. Там, собственно, очень интересно работать, потому что глубже проходит в ткань. Лучше ничего нет, чем инфракрасный диапазон в этом плане. То есть дальше потом идут диапазоны так называемые терагерца, а потом вообще СВЧ-диапазон. Вот там уже начинает абсолютно все поглощать. То есть диапазон, вот, когда какие-то короткие, наоборот, большие длины волн, то есть вы, вот, что такое 500 нанометров, да, то есть микрон, а, соответственно, СВЧ, там микроволновка, это, ну, миллиметр, да, какие-то длины волн. То есть вот мы идем оптика 500 нанометров, потом микрон — это инфракрасный. Ответ на ваш вопрос, что если мы хотим сохранить специфичность к молекулам и глубину проникновения, обычно это инфракрасный диапазон. И поэтому, если у вас есть инструмент, который делает вот эти вот все метки, вот как внизу, да, картинки, как вот если вы можете сделать метку, то если вы можете сделать метку в инфракрасном диапазоне, это идеально. Но в человеческом организме так вышло, что молекул, которые в этом диапазоне светят, их, ну, формально их нет. Вот, соответственно, с одной стороны, очень, очень хорошо, если работать в инфракрасном диапазоне, и есть томографы для животных, которые как раз-таки работают на инфракрасный диапазон, и вы можете там мышь насквозь просветить и так далее. Но в человеческом организме вам нужно вводить контраст, а вы не всегда это можете сделать. То есть вот такой, если говорить про баланс, да, компромисс между специфичностью к определенному типу молекул и глубиной проникновения, то это, скорее всего, ближний инфракрасный диапазон. Ну и с оговорками средний инфракрасный диапазон — это там длина волн порядка 3 микрон. Как-то так. Вот. А в короткий длинный волн лучше не ходить, потому что там прям все плохо будет сразу. Вот. И вот еще был вопрос у нас. Да, спасибо еще раз. Меня интересует, есть ли какие-то процессы в организме, которые мешают исследованиям биофотоники? К примеру, высокое-низкое давление, пониженная, повышенная температура, какие-то воспалительные процессы? Ну вот из того, что вы назвали, наверное, воспалительный процесс, потому что кровь приливает. То есть что вообще мешает биофотонике жить, это кровь, конечно. То есть потому что, видите, у нас цвет
тела, он такой красновато-розоватый из-за крови. И, собственно, кровь вот сразу нам напрочь убивает все, что синее и зеленое. То есть мы не можем синим светом в организм светить красным, хотя вот Павел умудряется, зеленым светит. И, соответственно, кровь – это наиболее, наверное, затрудняющий фактор для глубины распространения излучения. И вот при воспалении обычно просто расширяются сосуды, да, там все покраснение возникает. То есть вот что мешает? Две вещи, да, биофотоники – это поглощение и рассеяние света. То есть рассеяние – это вот то, что какие-то неоднородности его переотражают как-то, и вот глубина проникновения уменьшается. То есть… Ну, а есть же люди, у которых абсолютно холодные руки и холодные конечности. То есть это не мешает? Нет. Ну, смотрите, как, вот тоже, если, смотря, что значит не мешает. То есть если вот мы измеряем пульсовую волну вот эту вот, да, на оксиметре. Препятствует измерение. Не, я понял. То есть я имею в виду, что вот именно померить оптику вы померите. Но, кстати, интересный такой момент, что если вы хотите померить пульс оксиметром, и человек там пришел с мороза, у него холодная рука, у него, ну что значит холодная, опять же, да, это значит, что сосуды у вас сжались, и пульсация меньше, и просто эту пульсацию можно не заметить. Но это как бы скорее не к биофотонике, к физиологии будет относиться, но общее такое вот, то есть мы вот, например, когда это измеряем, мы измеряем температуру действительно руки, почему? Потому что чтобы пульсовая волна была какая-то, у вас должны быть расширенные сосуды. Это если пришел человек с мороза, они сужены, и амплитуда этой пульсовой волны будет минимальной, ее можно просто не увидеть. Все. Собственно, вопрос тот же самый. Вы говорили про идеальный, ну там не про идеальный не было, было про рабочий день хирурга, ага. А меня интересует идеально сбалансированный рабочий день Евгения Ширшина. Что за вопросы такие? Ну, правда интересно. Ну вот сегодня идеально, кстати, видите, почти не опоздал даже. Вот вечером рассказать, что мы прям за счастье, идеальный день. Ну, лаборатория тоже была, да, при этом? Ну да, еще как. Не, ну вообще мы сегодня там проект один сдавали, вот я Роману рассказывал, там прям активно было. Так что вот прям приятно что-то рассказать, знаете, прям вообще супер. То есть хороший день, если бы еще не опоздал. Евгений, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы в самом начале рассказывали про устройства носимые, часы, кольца. А подкожные носимые устройства разрабатывает кто-то? Почему их не внедряют? Разрабатывают. Они обычно не на основе биофотоники только. А почему нет? Да не почему на самом деле. То есть если как бы попробую объяснить. То есть идея такая, что биофотоника она позволяет мерить неинвазивно, как бы ничего никуда не втыкая. Соответственно, если мы вернемся к вопросу глюкозы, то вот у компании Abbott есть прибор, который позволяет неинвазивно, относительно неинвазивно измерять глюкозу. То есть это микроиглы, то есть такая наклейка приделывается на кожу. Соответственно, вот эти микроиглы проникают в кровь, да, и с помощью электрохимического анализа производится анализ глюкозы. То есть если вы можете что-то засунуть внутрь тела уже, то, скорее всего, вы возьмете что-то более простое, может быть, чем биофотоника. То есть вот гликометр, электрохимия. И, ну, то есть нет смысла тащить оптику внутрь, если ее есть смысл использовать в чем-то, что человек не вводит в себя, то есть в часы там. А именно подкожно, ну, наверное, вы просто воспользуетесь чем-то другим. То есть есть всякие сенсоры на других принципах, которые нельзя сделать неинвазивно сверху кожи, но если вы уже засунули внутрь, то тогда да. И здесь вот единственное, что по оптике могу привести пример, что есть, допустим, штука, которую глотают, и она вот, когда спускается там вниз по пищеводу, она вот так вот крутится и сканирует сам пищевод на предмет скрининга рака, да? То есть, ну, это вот в каком-то смысле то, что там инвазивно потом достают. То есть я вот так сходу… Ну, а вот, то есть вопрос понятен, но вот все, что вживляется в человека, обычно это… То есть там всегда стоит аккумулятор, который беспроводная зарядка, откуда кардиостимулятор какой-нибудь. И оно работает просто на других принципах. Вот. А почему не биофотоника? Наверное, потому что вся прелесть биофотоники, что вам в принципе это не нужно. Ну, то есть, но то некоторые есть... параметры через кожу невозможно померить, вы же сами говорили. Ну да. Мешает. А если под языком? Под языком? Да. Там кожа тоньше. Вот именно что. Нет, там измерения неинвазивно там проводят. То есть на самом деле просто биофотоника изначально все пытаются делать что-то неинвазивно, то есть не вводя. Вот, наверное, в принципе, можно. Но вот я говорю сходу, я так ни одной не помню работы, где пытались бы оптический датчик внести внутрь, потому что, в принципе, он не дает принципиально новой информации, наверное. А если вы уже бы засунули куда-то ее, то, скорее всего, вы будете использовать
другой метод, какой-то ну, более подходящий. То есть вот так вот сходу не скажу, да, но вот факт в том, что такого нет, и, наверное, такого нет, потому что можно использовать что-то другое. Если уже вы можете внутрь. Тут еще вот был вопрос у... Да, еще. Поднимите руку. Там. Здравствуйте. Вы сегодня упоминали, что биофотонику можно использовать для того, чтобы посмотреть, например, какой области мозга больше, какая область мозга больше снабжается там кислородом, mm-hmm. где больше гемоглобина. Mm-hmm. Можно ли использовать этот же, ну или похожий метод, чтобы диагностировать там, например, болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, посмотреть, где есть бета-амилоиды, скопление? Mm-hmm. Вот. Ну, это тоже интересный такой вопрос, и на него даже есть ответ. Заготовка, так сказать, домашняя. То есть, когда я вот говорил про инфракрасную флуоресценцию, там на слайде вот про неизвестные эффекты как раз была картинка, где-то там была она, а вот она была. Соответственно, вот видите, вот эта вот статья, которая вот Nature Photonics 2019, это, собственно, визуализация атеросклеротических, есть атеросклеротические бляшки, это вот Nature Communications 2017 года, и есть статья Nature Photonics 2019, где бета-амилоиды в мозге визуализировали с помощью оптики. Но не как гемоглобин картировали, а по флуоресценции. Собственно, какая здесь вот краткая история, то есть как вообще в целом можно это детектировать, амилоиды, то есть для этого используется МРТ. Вот, соответственно, МРТ, нужен контраст, соответственно, вам нужно ввести какое-то вещество, которое селективно копится в амилоидах. Вот так получилось, что вещество, которое используется для контрастирования амилоидов, оно же является оптическим красителем. Ну, теофлавин Т есть такой, на базе него там сделали метку с радионуклидом с помощью ПЭТ-КТ картировать амилоиды. И есть статья, в которой через череп пытаются посмотреть наличие амилоидов ПК флуоресценции, и есть статьи, где метки вводят. Вот. Но опять же, вот картирование в мозге чего-то детектирования, это обычно 2-3 сантиметра, глубже нет. Вот. Но, соответственно, если это поверхностные какие-то участки, когда амилоидов там много, ну, потенциально, да, то есть утверждается, что это можно посмотреть. То есть такие работы есть. Вот я говорю, вот Nature Photonics 2019 год, это вот одна из первых, наверное, которая была. Потом там был некий поток, потом, мне кажется, энтузиазм несколько иссяк. Вот. Но в любом случае диагностика амилоидов, ее, наверное… То есть есть как бы вторая история, это в крови их искать. Да? То есть можно же мерить амилоиды в крови, если это бета-амилоид. Вот, соответственно, так же оно и делается во многом. То есть когда отбирается кровь, дальше там используется технология, там их трясут, чтобы ускорить агрегацию в амилоид. Используется как раз краситель оптический. И вот по росту флуоресценции красителя есть специальные приборы, которые могут именно померить агрегацию амилоидов, вот наличие амилоидов в крови. То есть это жидкостная биопсия. А в мозгу это ну, как бы не совсем область оптики, но вот если поверхностно туда, то есть работа есть, но я бы вот лично не стал бы на это надеяться. Понял вас, спасибо большое. Так, я задам от себя последний вопрос. Да, но вы уже задаете третий вопрос, и два из них были немного не по теме. Вот, поэтому вы сможете подойти после лекции и задать свой вопрос. Это 100%, да. Вот, вопрос, который ближе к теме. Вот, так как вы занимаетесь фотоникой, вот, как известно, в данный момент создается сибирский кольцевой источник фотонов. Угу. СКИФ. Будете ли вы какие-то исследования проводить на нем? Если да, какие? Если это не секрет, опять да же, кто нет, знает? Не секрет. Но тоже как бы сейчас я просто задумываюсь, как ответить коротко, недолго. На самом деле там есть методы, которые основаны на синхротронном излучении в биомедицине. Не в медицине скорее. То есть это скорее исследование растворов молекул, структурной биологии, вот такие вот вещи. Мы таким занимались. Собственно, мы измеряли в Курчатовском институте на вот их ускорителе малоугловое рентгеновское рассеяние. Вот, соответственно, станции, которые сейчас, вот я насколько знаю, вот на СКИФе будет запущено, там малоугловое рентгеновское рассеяние нет, но там есть, ну, собственно, дифрактометрия разная. Вот, на самом деле… Ну, тоже, да, то есть есть разные. Вот если брать область структурной биологии, то в данный момент, ну вот я бы не сказал, что есть необходимость ну, для нашей конкретной группы в новом ускорителе, то есть нас устраивают установки вот настольного такого класса, который, например, есть в Дубне. То есть в Дубне есть малоугловое рентгеновское рассеяние, оно есть в физтехе. Вот, в Дубне вот было и, наверное, сейчас опять будет нейтронное рассеяние, то есть вот для структурной биологии. То есть
ускорительные штуки, они более интересны людям, которые занимаются, ну, собственно, 3D-структурой молекул. Плюс есть направления, связанные там с динамикой молекул, как вот XFL, лазерно-свободных электронах, аналог которого тоже хотят запустить. То есть если вы хотите померить реакцию, как две молекулы взаимодействуют. Вот. Но на самом деле наша группа, она немножко вот от этих тем отошла. То есть вот коллеги, с которыми мы долго работали, они вот пошли вот в эту область. И они пытаются прям вот с атомной точностью понять, как белки взаимодействуют. Да? То есть вот на этой основе что-то предсказать. Вот с моей точки зрения, то есть наша как бы область, она ушла от такой фундаментальной структурной биологии. Ну, не то, что это факт, что она тут ушла. И мы пытаемся вот что-то сразу померить. Соответственно, методы структурной биологии вот с рассеянием рентгеновским, ну, вот, в общем, то есть остаются интересными, но на самом деле уже сейчас как немножко мы от этого отошли. Но в целом, да, то есть узнаем, следим с интересом, что там будет. Это, ну, большое такое вот, большая интрига, скажем так. Да, спасибо. Так, спасибо. Теперь, ну, во-первых, давайте поблагодарим Евгения. Спасибо за вопросы. Мне кажется, было очень круто. Теперь, не говорите, что я должен всех выбрать. Надо выбрать три вопроса. Я уже забыл даже. Давайте, может, вы там выберете. Но мне понравился вопрос молодого человека. Что вот. Он был последний, вы запомнили? Да, это у меня память короткая. Вот. Но не, он на самом деле просто был довольно интересным. Про амилоиды. А? Про амилоиды или соседа? Не, вот последний, который задавался. А, я думал, первый. Ну да, последний тоже. Ну, самый. Можно, я не против. Не-не-не, я просто... Это на ваше усмотрение. Надо вспомнить. Нет, ну про мелодию, да, хороший вопрос, потому что мы его помним. Ну, не знаю, я бы еще про вопрос про диапазонные лазеры, скорость отклика, вот тоже хороший вопрос был. Ну, понимаете, как мы сейчас просто скажем, вот те, кто трое перед нами ну, сидят. Так ну, так и есть. Это ну, вот такой принцип и есть. Ну да, девушка спросила, что мешает биофотонике жить. Вот. Тоже хороший вопрос. Так, вот я запутался в итоге, сколько это человек? Ну, пока три мы назвали. Тогда... Вот вы выбрали молодого человека с амилоидами. Вот все трое прошу подойти и получить ваши книги. Вот, тоже все скромные сегодня такие, выходите. Но это был нечестный конкурс, если что, то никто не расстроится. Так, девушка, я, насколько понимаю, вас тоже позвали. Ну да. Так, мы ж помним, вам нужно как-то между собой поделить три разных книги. А, окей. Кто забирает мятежную клетку? Мятежная клетка, это, знаете, как в Тазаке. Вот, я попрошу вас встать здесь для фотографии. Вот, заодно вручим книгу нашему сегодняшнему спикеру. Я, кстати, тоже готов ее разыграть, нет? Ну, на или самом деле нельзя? Она вам предназначается. Ладно, специально подобранная не по вашей теме, чтобы для разнообразия. Чтобы я не читал, да? Да, и тем более вы наверняка не читали. А, сейчас заставочку. Супер, любительская астрономия. Все, можем. Так, на этом мы будем заканчивать. Вот, давайте еще раз поблагодарим Евгения за прекрасную лекцию. Мне кажется, всем на самом интересно. Деле большое спасибо за то, что вы пришли, и вот за вопросы, прям вообще отдельное спасибо. Я бы всем раздал книжки, честно говоря. Ну, там да, спасибо. Ограничения, к сожалению, видите, нам выставили. Да, ну, есть такое ограничение. Ну, Роман, вам спасибо. Вы можете подарить ее кому хотите, это уже ваша книга, ну, вот да, вы да. можете распорядиться. Спасибо, что позвали, на самом деле, то есть прям... Рада стараться, хорошо. Во-первых, для вас, для всех, кто смотрел сегодня нашу лекцию в том числе. Смотрел кто-то? Да. Ну, стабильно 60 человек, вот, которые нас смотрели единовременно. Вот. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодняшний вечер провели с нами. Вот, надеемся, вы придете еще. Вот, будем стараться подбирать для этого интересные лекции. Вот, на этом мы заканчиваем. И спасибо. Спасибо всем и до свидания.